По информации Гидрометеоцентра, 30 января на большей части территории Гумельской области ожидается сильный мокрый снег, а также сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Гумельский городской отдел ПЧС рекомендует воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте. Машину лучше поставить в гараж. При его отсутствии следует парковаться вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегаться частей конструкции предметов, нависших на строениях, оборванных проводов, линии электропередач и других источников опасности.